Итак, кульминация 10-го чемпионата Европы по свободной пирамиде. Финальный матч у мужчин. Мастер спорта, неоднократный чемпион Украины Павел Родионов. Мастер спорта, серебряный призер Кубка Европы Евгений Талов. Оба спортсмена из Украины. Судейский вечер, судья международной категории Сергей Сапигара, Молдова. Финальный матч проходит до 7 побед. Итак, дорогие друзья, еще раз здравствуйте. Снова здравствуйте. Здравствуйте. Нашему полку прибыло. Мы теперь будем комментировать эту встречу втроем. И на сей раз, дорогие друзья, призываю всех не реагировать на появление Александра Пономаря вместе с нами, как на участника пресс-конференции. Мы с ним достаточно побеседовали, выяснили многое про него. Какая наклейка и какой ки. Да, какой ки, какая наклейка, на какой машине любит ездить вместо тренировок и так далее. Все это мы выяснили. Как, впрочем, и даже фасон моих штанов Александр уже второй день обсуждает. В общем, тут мы наговорили, что называется, с Александром. Теперь Александр в качестве эксперта у нас будет приглашенного и будет комментировать вместе с нами трансляцию. И это должно быть интересно. Все, так сказать, те чаяния, которые вы высказывали посредством нашего общения в чате, мол, давайте поближе к игре, покомментируйте, что там куда должно выйти. Вот лучшего комментатора, лучше, чем Александр Пономарь, понимает эту игру, наверное, тяжело найти человека. Итак, сейчас я точно могу сказать, что он будет делать. Да, Александр, кстати, еще шутить любит напропалую. В качестве битка он использует красный шар. Да, красный шар легко определить по... Потому что он больше, чем белый, допустим. Забьет. Не забил. Женя. Что могу сказать? Вот давайте так, пока начнем вот с чего. Саш, а давно ты помнишь, чтобы в финале крупного турнира, такого как чемпионат Европы, чемпионат мира, играли два украинца? Нет, совсем недавно, ровно 2 года назад. Два украинца играли? Играли Торнецкий, Паломарь. В финале? В финале. Чемпионата? Европы. В Минске? В Минске. Тогда на пьедестале вообще Украина, конечно, блистала. А вот еще что. Саш, ты давал прогноз перед полуфинальными матчами, который сбылся лишь наполовину. Ну, и то не совсем, ну да. Как же не совсем? Ну, потому что я говорил, Талов 6-2 выиграет. А это не важно. А то, что выиграет Пащинский, ты говорил? Ну, то, что выиграет Пащинский... Почему ты не верил в Павла Родионова, скажем так? Потому что я поверил в опыт Пащинского. Угу. В принципе, зная его, я был просто уверен, что он, ну, что он выиграет. А вот спрашивать тебя, а за кого ты болеешь в этом финале? Честно говоря, без разницы, абсолютно. Неужели там Женя? Ну как, конечно. Ну, больше, безусловно, больше наиграл. На это звание? Да. Эту победу, мое мнение, это, конечно, Евгений Талов. Ну, как играет будет Родионов? В основном такие матчи, в принципе, проходят не в одни ворота. Такие они нервозные начала, такие... Финалы, наверное, вообще самые сложные. Полуфиналы попроще. Да. Скажи, пожалуйста, а ты видел, как девочки играли? Нет, я только пришел. То есть ты не застал. А по опыту по-своему скажи, насколько велико волнение в финальном матче и как быстро оно проходит, если оно вообще присутствует? У меня вообще что-то с финалами, я вам не могу сказать. Как-то финалы я как-то не очень играю. Ну, то есть, почему? Волнение? Не могу я вот сказать, почему. Нет, волнения никакого нет. Никакого? Как обычный матч. Играю. А тут, в финале какие-то... Как-то не могу понять, что происходит до сих пор. Ну, уже неплохо было бы разобраться с этим вопросом. Давайте поглядим. Тут хит-парад у нас ошибок пока, так сказать, почин девочек поддерживают мальчишки. Никак... Это на самом деле ошибки, это предстартовое волнение, это все происходит нормально, ничего в этом страшного нет. Да, если бы сейчас был Кубок Европы, а не чемпионат Европы, было бы, наверное, намного попроще. Да не факт, просто сам факт чемпионата Европы и сам факт финала, это очень сильно влияет. Причем первая партия, возможно,
до счета там 3-3 там, или до такого счета будет вот таких ударов на немало. Невообразимым образом промахивается просто на простом шаре. Да, это не простой шар, далеко не простые шары. Учитывая то, что финал. Да и даже не учитывая то, что это финал. Это вообще очень сложный технический удар. Он хотел забить с левым винтом и подбить пирамиду. Да. Просто вот зажал руку и ничего не смог не протянуть своего и не дорезать чужого. Расскажи нам и нашим слушателям секрет вот этих вот укладки шаров. То есть, что нужно сделать в таких, при таких ударах? Что надо делать? Ослаблять руку. Вот, посмотри, что произошло опять. Вообще ужас. Но пока тут нечего просто комментировать. Ну, что тут можно комментировать? Ну, хит-парад, хит-парад ошибок. Ну, тут комментировать есть, ну, что? Вот видите, сейчас установка на игру каждого. Сейчас вот партия уже на столе. Сейчас, да. Ну, я могу просто с уверенностью сказать, что с Кия не будет. Обязательно еще будет одна ошибка. Наверное, где-то на 6-7. Ну, примерно перегорит. Там, да. Примерно там, потому что так сразу ошибаться, потом выйти из этого состояния и закончить 8 с Кия. Ну, не, поверим, наверное, не Саше... Так, не так просто будет. Ну, да, поверим Александру Поломарю. Ну, хотя Женя такой игрок, что он может больше до конца матча не совершить ни одной ошибки. Тут у нас интересный вопрос. Ваши впечатления о Волгограде спрашивают комментаторов, но я в первую очередь спрошу Александра Поломаря. Я уже в Волгограде третий раз, конечно. Мне здесь очень нравится. Волгоград такой мощный город. Но больше мне нравится Харьков. Так, ну вот Женя забил уже два шара. Сейчас будет, наверное, чужого. Да. Выход куда? Он будет где-то на середину или в угол тянуть. Скорее всего, в угол все-таки. О. Ну, пока еще от себя, наверное, добавлю. У меня вообще под Волгоградом, у меня родня. Я по материнской линии отсюда. Вообще россиянин. Хотя и живу в Беларуси, и родился в Беларуси, но русский. Волгоград люблю, и уже 5 раз был на Мамаевом кургане за это время. Здесь круто, но лучше всего, конечно, именно во Дворце спорта на чемпионате Европы по пирамиде, 10-м по счету. Саша выигрывал чемпионат Европы 3 раза. Хотелось бы 4-й, конечно. Ну что, все впереди. Уже 5 шаров у Евгения. Сейчас будет очень сложный удар, в принципе, делать. Какой? В среднюю будет, чтобы он не играл в среднюю своего или чужого. Очень непростой шар стоит. Да. Все-таки чужой с борта. Ну. Но Женя хорошо таких играет. Очень важно сейчас справиться со стартовым волнением. Вот с волнением он не справился. Он немножко быстрее, чем обычно, выполнил сейчас этот удар. Ну и по технике, конечно, не свой удар сделал не совсем его, уже. Да, да, какие, не его техника. Какие изъяны были заметны, на твой взгляд? В этом ударе, да, по технике? Да. Ну, то есть, ну, он просто не ударил, а протянул шара, вскочил. Ну, там было ошибок штук 10 в одном ударе. Ну, да, мне тоже показалось, что он поднялся, да, прямо вот в момент сейчас удара. Я думаю, Паша должен шара 3 забить. Да, вот. Ну, постепенно приходит в себя и тот, и другой. Да. Раскочегарится, я думаю, очень скоро. Раскочегарится, но все-таки партии с Кия в этом финале будет. Я думаю, немного. Хотя, опять же, этот Талов, он очень неординарный. Он сейчас может забить 5 партий сложных шаров с Кия. Вообще, как ты думаешь, сейчас, наверное, Родионов на серьезном эмоциональном подъеме, да? Дошел до финала чемпионата Европы. Да, сейчас сложнее Жени. Вроде бы, да, и соперник для какого-то. Хотя он и фаворит, по сути. И соперник вроде подходящий для финала. Но Женя же, у Жени у самого опыта таких игр не очень-то и много. Финальных матчей. Так, ну я сказал, 3 шара забьет. Этот должен мимо, да? Нет, я ошибся. 4. Ну вот, 4. Еще один свой забьет в угол налево.
Ну, там недаром стоит. Ну, забьет. Совершенно недаром, но сыграет. Посмотри, вид сверху нам очень хорошо показывает. Да, сверху хорошо видно, что... Сверху стоит очень хорошо. А так... Ну, вот этот должен забивать. Как тебе, кстати, столы, на которых сейчас вот проходил чемпионат? Ну, я же говорю... Играть можно? Очень, ну, очень. Говорю, очень нравится ему, да. Очень, очень мне понравились столы. Столы такие, если ты забиваешь, если ты нормально играешь, они тебе позволяют это делать. Если ты... Есть такие столы, что ты мимо бьешь, и все равно. А есть такие столы, которые просто... Если хорошо играешь, то дают играть. Плохо играешь, иди тренируйся. Сейчас, наверное, если кто-то не смотрел женский финал, расскажу, что как раз перед женским финалом немножко передвинули, чуть-чуть сдвинули борт, буквально на какие-то там микроны, чтобы уравнять все лузы, и все лузы стали 72 миллиметра. 72 миллиметра достаточно? О, да. Вот это очень сложный удар, очень сложный удар. Да. Я даже думаю, что он не забьет его. Саша, а скажи, пожалуйста, а какой смысл атаковать в такой напряженный момент? Ну да, правда, еще впереди большая дистанция. Да, какой смысл? Да, атаковать. Вот, отыграться не проще? В принципе-то проще, но он же хочет найти себя. Поэтому, а, то есть сейчас он поэтому реально, сейчас он и реально ему, ищет ему, себя. Ему то все есть, равно первая партия в чью сторону. Ему далеко не все равно, ему очень хочется ее выиграть. Но тем не менее, хочется найти и себя в том числе. Да, то есть если понял. Он сейчас в первой партии выиграет первую партию и найдет себя, то потом уже преимущество его будет очень серьезное. Вот сейчас я думаю, что Женя уже закончит. То есть, по поводу шаров у нас спрашивают, почему используют красный биток. Ребята, это не красный биток, это такой комплект шаров. Рамит премьер. Смешно. Когда Палмарь выиграет чемпионат мира, кто-то пишет вчера. 30-й раз уже спрашивал. Вчера ответил, пока не знаю. Ну, люди уже запоминают, уже хорошо. Я сейчас на вопрос достижения Родионова вкину вам ссылку. Кто меня спрашивал сейчас... Котофей. Котофей, ловите ссылку на достижение Родиона. Просто нет времени обсуждать это в эфире. 2008 года чемпион Украины. Запитание до Паламаря. Александр, ты играешь в футбол? За який клуб вболіваєш? Ні, не граю. Говорят по-украински у нас. Ні, не граю. Ничего непонятно, но очень весело. Запитание... До Паламаря. Запитание, да, вопрос. Да, вопрос, да. Запитание. А ты говоришь на украинском вообще? Да. Да? Конечно. Короче, конечно. Я знаю массу украинцев, которые не говорят на украинском. Ну, а я же украинец. Как я могу не говорить на своем родном языке? Украинский очень похож на белорусский. Очень похож. Ай, Женя, молодец. Молодец. Не самый простой шар забил. Если бы Саша сейчас сидел на трибунах, он бы кричал: Женя, молодец. Слава Богу. Это если бы он играл... В менее ответственном матче. Нет, если бы он играл не с игроком из Украины, а из другой страны. Вот в чем секрет. Вот против Пощинского он бы кричал сейчас так же, не молодец. Да. Да не факт. Не факт. Чтобы я кричал бы. В каких ты отношениях просто сейчас такой... с Юрой Пощинским? Нормально. Все, я теперь больше решил ни с кем не ссориться. Все, отношения это. Ты же со мной не будешь ссориться? А с тобой никогда не ссорился. Это ты только пытался поссориться, а я все сглаживал. Сглаживал, но никак не сгладил. Никак не сгладил. Все-таки как-то вот не сгладилось. Соперники для меня... Конечно, есть неудобные соперники. Это примерно такие, как вот Фрейзи, которые... Ну, вот я, конечно, слишком медлительных игроков вообще не люблю. А тебя прямо бесит, да, это? А, мне хочется быстро их разорвать и уйти домой, все. И а если не получается быстро разорвать, засаживаешь. Или быстро проиграть и иди домой, все. У нас зрители очень много говорили по поводу того, что Фрейзи, кстати, не играет вообще сложных шаров. Он играет только простые... И обязательно по своему выходу. Согласен ли? Играет он и сложные шары, и несложные. Одними простыми шарами все равно никуда ты не дойдешь. Иногда нужно. Но вот я сейчас вот смогу сказать по такому началу, что если сейчас стало выиграть Барти, то счет будет 7-2.
Как еще раз? Если сейчас Талов выиграет партию, то счет будет 7-2? 7-2 выиграет матч. Родионов, я думаю, не доедет. Ну, слишком тяжело ему играть будет. О, ну вот примерно, да. Ну, в общем, да, сейчас, конечно, Павел Родионов на себя, на вчерашнего как в воду глядел Александр Поломарь просто, да. Не, подождите, пока еще в воду глядел. В воду глядел, конечно, Александр Поломарь не раз в своей жизни. Обычно всегда мои прогнозы сбываются. Так уж сложилось. Дорогие друзья, я призываю вас не задавать вопросы Александру, чтобы не превращать это опять в пресс-конференцию. Почему он вчера проиграл? Он отвечал вчера, почему он проиграл. Да, посмотрите, запись нашего матча. Послушайте интервью. Талова и Дрангоя, да. Там с Сашей очень подробная беседа была. Там целая пресс-конференция была. В Кишиневе мы очень подробно беседовали, даже анекдоты рассказывали. Прочитай, я... То есть я понимаю, о чем идет речь. Прям, нет, если можно по-украински прочитать. Александр, наши украинские комментаторы. Слышите, как украинский, то мой комментатор повинен быть украинский. Ну, вы должны разговаривать на украинском языке, да? Потому что украинский финал идет. Извините, у нас европейский комитет по пирамиде, поэтому я могу говорить на европейском языке, на самом деле. Я могу на французском, на английском говорить. Дело не в этом, просто ник-то у человека, знаешь, какой? Enjoy. Enjoy. Да. Дорогой Enjoy. Enjoy, пожалуйста, тем, что есть. Я вас прошу. Да. Мы тут в сумме, наверное, знаем. Языков не знаю сколько. Я знаю сколько. 5 языков. Могу на любом вам прокомментировать, только не на украинском. Смысл не в этом. Смысл в том, что сейчас Евгений Талов собрался и очень сосредоточен. Даже по бровям видно у него, как. Нет, уже Евгений Талов сейчас позиция просто располагает. Для того, чтобы он обрел моральное преимущество, и для того, чтобы он начал играть вообще в свою игру, конечно, условия сейчас для него идеальные. То есть начало в таких матчах очень важно. Выиграет первую партию сейчас Родионов, то до конца встречи, возможно, была бы вязкая, такая ломкая игра. А после этой партии, я думаю, что будет уже больше партий. То есть, по большому счету, вот сейчас одна ошибка Родионова стоила ему матча? Ну и не одна, сейчас три в прошлой партии. Да. И иногда полошибки хватает для того, чтобы проиграть матч. Например, как я проиграл, и только полошибки сделал, и проиграл матч. Вот и все. Вспоминается по этому поводу Кубок Европы 2009 год, когда ты в матче, по-моему, с кем же ты там играл? В Киеве, помнишь? Один единственный раз отыгрался и получил партию из Киева. От Вайнсвайга, по-моему. От Вайнсвайга, да. Да. Он еще шутил так. Да. Один отыгрыш. И партия с Кия. А до этого ни разу не отыгрался? До этого не отыгрывался. Счет был 5-1 или что-то такое, 5-0, я отыгрался. Да. Отыгрался, причем успешно. Александр, идите тренируйте отыгрыши немедленно. Нет, дело не в том. Дело в том, что когда я отыгрываюсь, все считают почему-то, что мне надо сразу атаковать. Да, Паше надо брать срочно перерыв и идти брать у меня консультацию, как быть дальше. А ты ему поможешь? Нет. Я ему помогу, скажу, иди тренируйся. Дорогие друзья, еще раз призываю, все вопросы, которые вы задаете Александру сейчас, вот Алекс, очень хороший вопрос, спасибо большое, но Саша отвечал вчера на этот вопрос, дело в том, что он больше времени проводит с женой, чем в бильярдной. Вот, да. Поэтому в машине, чем в бильярдной, да. В машине уже, чем с женой, поэтому ваш вопрос не актуален. Не, понятно, одиозная личность, но поймите, что ваша живая беседа удар. По поводу матча будет намного ценнее сейчас, чем просто вопросы Александра. Какой хороший удар Евгений сделал. Ну, чуть-чуть он сейчас расслабит еще руки и начнет, в принципе, да. Делать то, что он... Сколько там, 3 борта и в угол поставил, да? Да нет, там никакого выхода не было. Там тихо, поднимать будет, на тихом ударе будет поднимать шар. Ну, в общем, да, сейчас вот такой серии ошибок Павла, он действительно сейчас приведет в чувство соперника, а сам в это чувство вообще не вернется. Поэтому ему прямо после этой партии надо взять перерыв. Кристина, почему мы не видим вас в чате? Кристина — это девушка, а Павла, она обычно поддерживает его и шикарно выложила видеоролик танца после того, как вчера ее возлюбленный вышел в финал. Мы просили ее станцевать и выложить ролик в интернете. Она это все сделала. Молодец.
То есть, Кристина, сейчас ваша поддержка очень нужна. Кристина, ты вынимай это. Напишите смс, скажите Паше, что надо взять перерыв. Да. Нет, писать не надо ему ничего, не надо. Кристина, не переживайте. Да, в принципе, если Паша выиграет этот финал, это, возможно, ему повредит. Поэтому интересная мысль, лучше будет для него, если он... Паша, 25 лет? А, не знаю, кстати, исполнилось или нет. А Жене 23 года. Угу. Но просто Женю мы знаем так давно, и он так давно на ведущих ролях, что почему-то мы сказали, что Талов должен выиграть финал, он давно его заслужил. Но по идее, да. С другой стороны, Талов младше, чем Паша. Неизвестно, когда... Ну, я вам могу только напомнить, когда я играл в этом году финал чемпионата мира с Левадой, все так же говорили, ну, Паломарь должен выиграть финал, потому что он заслужил. Ну, да. Какой Левада? Итог проиграл, проиграл. Поэтому это бильярд и это финал. Я не удивлюсь, если Паша... Но я уверен, что для Паши эта победа будет не толчком. Для него будет толчком второе место. Ну да, чтобы занять первое, да. Да, он тогда начнет, он тогда почувствует. В отличие от вас, начнет тренироваться. В отличие от меня, я начну сам тренироваться. Вы уже посмотрите, все. Я же уже сказал, что все будет по-другому. Да, да, Саша вчера говорил, что он сам себе психолог, и сейчас очень тонкая психологическая мысль, на самом деле. Второе место подталкивает к развитию намного больше, чем первое. Я его своими этими шутками лишь заставляю начать уже тренироваться прямо сейчас практически. Шутите, Павел, шутите. Шучу, шучу. Да. Паша, всегда ты меня, блин, так заставлял тренироваться, но я что-то не могу. Понимаешь, знаешь, в чем плохо? На самом деле проблема? В том, что реально я очень устаю. Я могу уехать там на... Вот сейчас дурак упадет. Не упадет. Упадет чуть позже и уже не дурак. Ну, в общем, последний шар, я думаю, здесь Евгений найдет, да? Вот это... Долго искал. Удар из борта, вот этот. Не, ему даже лень было сделать пару шагов, чтобы... Александр Паломарь сыграл бы тот шар на себя. Александр Паломарь, я думаю, даже не встал бы в свое место, кий протянул бы так и точно так же с борта. Я, может быть, спросил бы, ты признал? Кишинев, это похожий шар, когда застрял в дыре, сыграл просто на оттяжке свояка, помнишь? Ну, это... Многие зрители, кстати, не поняли, говорят, о, это исполнение, это неуважение, но надо сказать, что... На самом деле, это было не исполнение и неуважение, а это было... Соперники давно известны друг другу. Нет, друзья. Во-первых, это было не неуважение, это было... И у меня был забит, я забил дурака, и поэтому я не стал скатывать, я решил затянуть на себя, все. Это было так, это получилось и красиво, и не так обидно сопернику, что... Так, давайте, смотрите, сейчас мы отвлечемся чуть-чуть это самое, от этого, я буду задавать вопросы, значит, пока у нас перерыв, правильно сделал Павел, что взял, 2-0, он пока выигрывает Евгений Талов, 0-2 проигрывает Павел. Саш, к тебе вопросы, значит, причем вопросы хорошие, не могу это самое, на них не отреагировать. А как тебя называют в кругу друзей? Надо, наверное, спросить у бильярдистов, может, они как-то меня называют, что слышал? Я не знаю. Ну как? А Саня меня финансовая. То есть нет, прозвища никого нет? Нет. Ну, хорошо. Так, может, какие-то, конечно, и они там называют, но так, чтобы я... Ну, то есть ты не знаешь просто? Нет. Шикарный вопрос от человека под ником ССП. Да, отлично. Читал интервью Сталева за 2007 год. Его мнение, что современные правила в русской пирамиде позволяют новичку обыгрывать опытного игрока. То есть опыт игрока сводится на нет. Согласен ли ты с этим утверждением? Если да, то почему? Если нет, то почему? Я согласен с этим утверждением, потому что сколько я играл? 15 лет в бильярд, да? Вот вчера я проиграл матч ребенку. Ну, парень, да, он играет 5-6 лет, да? Я, в принципе, вариантов, опыт продемонстрировать у меня не было. Ну, вот так вот шанса. Потому что все время была атака, да? То есть в чем опыт заключается? В том, что я мог бы его обмануть по отыгрышу, я бы ему мог где-то заставить ошибиться и за счет этого выиграть. Опыт, правильно? Да. А когда такая игра... Для того, чтобы сказывался опыт, надо просто убирать как минимум атакующий разбой. И тогда будет все намного яснее и понятнее. Ну, и ответ понятно, более что... чем хорош. То есть опытом, если мерится, то, наверное, не в американку. Потому что наиболее показательно... Да, почему? Это да. Моя любимая игра, кстати. Какая? Изменилась к 24 годам отношения? Нет, мне не изменилось. Я люблю американку. Так и любишь. То есть любимая игра твоя американка? У меня любимая игра бильярд. Хорошо. Русский бильярд. Я в нее играть люблю во все игры. В любые игры? В любые игры, да. И когда я играю, то мне какая разница, в какую игру играть. В любую игру буду играть.
Мне нравится. Ну, конечно, любимая, наверное, американка. Ну, слава богу. Когда Федя спрашивает, наверное, у Саши самый плотный удар, зная, что не вовремя, но давно хотел спросить, как добиться плотности удара. Добиться плотности удара. Плотность удара заключается в том, что удар проводится одной рукой. То есть корпус никогда не должен идти вместе с ударом. Если ты стоишь, рука отдельно, корпус отдельно, играешь одной рукой, то тогда со временем плотность удара будет только увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. За счет чего? Тренируйте стойку, за счет, в общем. За счет того, что ты будешь тренироваться в одной стойке, mm-hmm. и будешь делать удары обычные, mm-hmm. не добавляя. Сила удара заключается не в том, что ты дернешь и всей массой, а в пластичности мышц. То есть бильярд — это не карате? Нет. Не надо влаживать корпус? Это надо... понятно. Скажи, пожалуйста, а кистью ты часто дорабатываешь в ударе? Или у тебя есть не, в основном, кистевые удары? Нет, в основном, в принципе, я кистевыми ударами играю. Ну, когда я вообще в хорошей форме, у меня, в принципе, все кистевые удары. Все кистевые? Да, то есть плавно. Я вот сейчас я сам делаю много таких ударов с зажатой рукой, да? Ну, зажимаю, из-за этого часто происходит ошибка. Но это следствие... Пятичасовых поездок на Toyota Camry. Нет, это не это. Это следствие, в принципе, новый кей. Я не знаю, да? Я же уже говорил, да, как он будет. Поэтому я пытаюсь не за счет кия, а за счет руки там что-то зажать. Пытаюсь хитрить, но надо доверять кию и надо брать работу. Но я сейчас, в принципе, лето впереди. Я думаю, что чемпионат отдохнул. И приеду, все-таки начну плотно заниматься. Ладно, проходим дальше по вопросам. Быстренько, вопросов очень много. Да, сколько... На Принц Оупен, Александр, нет, не подожди, поедет, самая большая решил. Серия у тебя какая была? В где, Америку, видимо. Где-то... Не считал? В 40 я забивал точно. Как реагирует на неудачи Павел Родионов? Как? Мы не видим. А вот... Как реагируют люди на неудачи? Огорчаются, я думаю, да? Павел просто сейчас не знает вообще, что происходит, почему он сделал столько таких ошибок и почему он уже проигрывает 2-0. Сейчас посоветую Павлу на фарт опять поправить лацканову жилетки, который опять оттопырился, загнулся в другую сторону. Он все время оттопыривается только потому, что Павел все время прислоняет кий себе к груди и поэтому собирается лацкан. Так, все, у нас счет 2-0, впереди Евгений Талов, и закончился перерыв, взятый Павлом, он уложился реально в 5 минут, молодец. Значит, давайте сейчас пока я прошу вас, отложим вопросы Александра Паломарю, дождемся чуть-чуть. Зачем сменил ки, это можно узнать, было вчера еще, ки просто сломали. Да, так ли это? Ответ на вопрос, что это? Очень важное есть. Попадание в свой шар, правильно вы говорите. Тренируйте попадание в биток. Это 70% успеха. А еще вопрос на украинском. Саш, читай. Так. Он говорит, что не очень интересно. Читай по-украински. На цикавый финал прекрасно. Будь-якого турниру является матч Тарновецкий Паломар. Чекаем на такого поединку на турнире. Великолепная восьмерка. Ну это, я ему говорю, что не вопрос. Говорит, что неинтересный финал, прекрасный, ну, прекрасный матч любого буф турнира, бы. Да, виноват буф бы. Любого турнира, конечно, старается. На самом деле финал очень интересный. Ну, да, новые пока... имена у нас, кстати, никто да. из участников ни у женщин, ни у мужчин не был чемпионом Европы. Ай, Женя мажет, как досадно. Может быть, кстати, по тактике неплохой перерыв взял Павел, ему и время успокоиться, и время сбить с настроя Евгения. Может, все-таки было время получить смс от Кристины. Может быть, но сейчас не про это. Кристина, если ты смотришь, то ты не переживай. Она смотрит. Да, но не переживай. Паша уже, в принципе, дошел до финала, я же еще раз говорю. Серебряные медали — это супер. Это очень хорошо. Если он выиграет, конечно, это ему будет, в принципе, дальше тяжелее. Ну... Я не знаю, возможно, конечно, это его подтолкнет на новые какие-то достижения, но мое мнение, что второе место для него будет лучше. Вот. Ну вот, видишь, все равно зажатые, очень зажимает руки. Просто сильно переживает и не знает, что делать в такой момент с волнением. Не знает, как быть.
Хороший вопрос в виде ника поступил к нам. Есть ли Крижановский в зале и какое его настроение? Конечно, Сергей в зале, потому что ему награждаться, ему будут вручать бронзовую медаль чемпионата Европы. И мы с ним общались, настроение у него отличное. Шикарное. Более того, да. Он тут ходил к судейской комиссии узнавать, не положено ли ему теперь мастера спорта международного класса в его-то 14 лет за то, что он завоевал бронзу на чемпионате Европы. То есть парень не просто в нормальном состоянии. Еще и не промах. Он еще и, да, и мыслит верно. Он еще и не промах, и вчера уже проходил тест. Мы же его тестировали. Поподробнее с этого места. По математике. Нормально вообще парень. Он говорил, что учится на восьмерке. На восьмерке он говорил. Молодец, Женя. Какой удар, блин. Технически сделал. Ну, мало, конечно, толку от него. Не хватило, да, ходу не хватило. Но удар очень сложный по техникам. Кстати, смс-то Кристина отправила ему. Что? СМС-ку Кристина отправила. Она сейчас... Нет, она не напечатала в чате. А, что смысл, отправила? Да, этой смс-ки. Не перепечатала ее в чате. Просто говорю, что да, смс-ку отправила. О, она уже им очень гордится. Правильно, Кристина. Это ты уже им гордишься, да. Несмотря на его любые результаты. Просто ты должна им гордиться, потому что он твой парень. Это правильно. Результаты не имеют значения. Александр Поломари не просто игровой психолог, но еще и семейный психолог. Дельные мысли, говорит. Много ли зрителей наблюдает за матчем, Саш, скажи. О, да, очень интересно. А вообще, часто ты видел такую зрительскую аудиторию? Вот, вы знаете, мне тут очень понравилось. Не часто. Такого не было. Не часто, но... Сейчас я скажу, сколько примерно человек. Вот же Евгений забил шара и сделал штраф. На трибунах приблизительно... Да человек 200, наверное. Больше. Больше, смотри, больше. С той стороны вообще тьма. Больше. Да, около 300 человек, это минимум. Слабое выступление. Слабое выступление белорусов. Ну, Саш, ты дружишь с Женей Куртой? Расскажи, с чем связано его слабое выступление? Попал под каток Осьминина, но с чем связано? Нет, не из-за этого. Я думаю, что в сборной Белоруссии слабое выступление связано только с тем, что у них нет наставника, который их хорошо тренировал бы. То есть как это был Лобач. Лобач, когда с ними ездил, сборная Беларуси всегда показывала очень высокие результаты, потому что они все работали из-под палки. Ну, в принципе, как наши, как все славяне, только все так могут работать. Ну да, пожалуй, Юрий Николаевич Рванев дает им слабину какую-то. Да, Юрий Николаевич Рванев просто вообще слишком добрый. Мягкий, да, из-за этого. Он им не дает слабину, он даже когда там может злиться или там что-то ругает, и все равно. Все равно это выглядит, наверное, как-то по-доброму. А, пресс-конференция, похоже, в этом матче неминуема. Ну, гос. Вот опять зажатый очень удар. Зажатый, да. Все зажатые, психозные удары. Как же ему хочется выиграть чемпионат Европы. Он еще... Он у него сколько... желание просто превосходит технику а? Сейчас. Ты общался с ним перед матчем, с Женей? Да нет, я вчера общался перед матчем с ребенком. Я говорю, Женя, если ты хочешь выиграть, то ты должен будешь делать принудительно, ты должен будешь обыгрывать по позиции, поэтому он говорит, я говорю, ты даже иногда должен будешь отыгрываться, он говорит, а для чего тогда зрители же, говорит, не поймут этого. Я говорю, ну как они могут... А зрители не своевременные. Результат выходит на первый план в таких матчах. Непростой шарик. Очень сложно. Ух, молодец. Красавец. Вот да во многом ладно. За счет таких. Вот на самом деле упал второй шар, да, он напрасно хлопает. Да, потому что продолжение вообще так бы остался где-нибудь на той половине, возможно было забить чужого и там от двух бортов или от одного подбить пирамиду. А так, да. Ну все равно хороший удар очень много, сделал. Да. Так. Все-таки пресс-конференция при этом продолжается. Что ты думаешь, Александр, по поводу встречи с Дрангуем на великолепной восьмерке? Удовлетворим уже любопытство отдельных зрителей. Что я думаю? В смысле, выиграю я или не выиграю, или что? Конечно, я выиграю. Как я могу иначе думать?
Коротко и ясно, я думаю. Интересно, вот РСС спрашивает, в РП игроки платят вступительный взнос? РП — это Республика Польша, наверное, да? Платят ли? Да, республика... везде платят вступительный взнос. Республика на чемпионате Паламари, Европы, да. Республика Паламаря, да. Нет, на официальных турнирах игроки взнос не платят. На коммерческих, конечно, платят. На Кубке мира платят, да. На Принц Опен платят. На чемпионатах мира, чемпионате Европы не платят. Да и на любых миллионниках тех же турнирах коммерческих, которые гарантируют Приглашенные игроки не платят. Приглашенные на этих миллионниках, то они только получают. Не платят. А остальные платят. В среднем взнос, в среднем. На такие турниры, там, начиная от Кубка Кремля, $150. Чемпионаты мира, да, этапы Кубка мира, это примерно $150 для мужчин и 100 для женщин. Вот он сделал, сейчас Паша сделал такой удар, на котором вроде бы он сейчас должен был выиграть позицию и начать восстанавливаться психологически. Он сейчас, конечно, Женя, я думаю, закончит с этой позиции. Ну, если пойдет, подождите. Все будет в порядке, это же Талов. А, ты Женя, Женя. А почему не играл чужого? Потому что он правильно играл своего. Своя проще намного. Я сейчас из себя какое-то время идиота произображаю. Дайте мне такую возможность хотя бы. Мы еще сыграем. До самолета успеем. Талов за дружбу с одной федерацией. Как я отношусь к твоей власти? Вы знаете, я игрок. И мое дело играть. Политики пусть они разбираются сами. Не надо провоцировать Сашу на это самое, на какие-то там вещи. Конечно, я вам за него отвечу. И он молчаливо согласится. Он против каких-либо войн у себя в стране. Да. Ему хочется, чтобы все было хорошо, чтобы были хорошие призовые, чтобы все в честной борьбе друг друга обыгрывали и жили все мирно и дружно. Понимаете? Но влиять на что-либо пока он не в состоянии, пока он игрок. Как только он закончит с игровой карьерой, его авторитет игрока, если он захочет пойти в бильярдную политику, наверняка позволит ему как-то действовать в этом направлении, иметь уже какие-то свои мысли, позиции и их озвучивать. Пока не провоцируйте человека. Какую книгу Саша прочитал в последний раз и насколько давно? Хороший вопрос. Давно прочитал, честно говоря, последний раз. Я думаю, это был его собственный паспорт. Нифига. Нет? Станник без головы. А, нет, что, я какого-то Акунина там читал. Какого-то Акунина? Да. А какого? Их несколько, кстати. Нет, я читал, по-моему, «Любовник смерти», «Любовница смерти». Были такие книги, да? Потом читал, ну, короче, Винокур меня что-то там присадил. Он читал, и я читал. Рассадник Акунина, вот. Чепочет Винокур. Но мне больше понравился «Всадник без головы» и этот... Майнарида? Это хорошо. Это, блин, как его... Где Дантес этот, блин? Где Дантес? Да. Ну, «Граф Монте-Кристо»? Да, вот. Ну, тут... классика это. Ну, вот так вот, дорогие друзья. Читайте книжки. Читайте, где Дантес, дорогие друзья. Дантес на... в замке Ив где-то. Финал должны пройти до 11 побед. 11? Да. Ну, вопрос тут был, да. До скольки? И игры не должны проводиться до 5 побед. И до 6 уже неплохо, но я вообще считаю, что турнир чемпионат Европы должен проводиться без никаких двойных поражений. То есть приехали Олимпийки. 64 игрока. Должен быть рейтинг. И посев. И посев, да. Все на самом деле просто. Системы мировые показывают, что не надо ничего выдумывать. Просто возьмите у нас и скопируйте. Ну почему борьба по сю пору? А? В борьбе по сю пору практикуется схема до 2 поражений с нижней сеткой. В борьбе пусть борется. Борьба — олимпийский вид спорта. Ну и что? И тоже индивидуальный вид спорта. Да, можно сказать, что в теннисе такого нет. А в теннисе нет, в снукере нет. В снукере нет, хорошо. Ну, и... Где еще нет? В волейболе, а не в волейболе, там матчи, так, да. Извините меня, в снукере до 3 побед, до 5 побед не играют. Играют. В снукере играют. С этого года только стали играть. Ну какая разница? Премьер-лигу всякую там. Играют.
просто должна быть нормальная схема. То есть ты должен приехать на чемпионат Европы, должно быть 64 игрока, и ты должен приезжать, начинать играть там до 7-8 побед, а олимпийскую систему. Все. Все, приехал, сыграл, и все. 6-6 у нас. А, нет, уже. Нет, 6-6 не может быть. Скорее 7, наверное, у Паша, да? 7 у Павла. 5 шаров на столе. Да. И вот все, похоже, должна быть шар. Или нет, мы ошиблись. Что-то мы ошиблись со скорингом. Шаров, да, вот только сейчас 7 шаров, 7-5. Ну да, сейчас может, конечно, матч забавиться. Вы знаете, после такой партии, возможно, Евгению Талову надо брать перерывы. Да. Молодец, Павел обретает себя. Ничего, Павел вот, очень хорошо выиграл. Вот выиграл. Такой игрой он вышел в финал, собственно. Да. Он забивал все, что плохо приколочено. Пощинского причесал и глазом не моргнул. Александр, какое ваше любимое блюдо? Помним, что Саша в детстве попал в деревню и наелся. Какое любимое блюдо? Так он наелся и с тех пор как-то никак не может похудеть. У меня любимое блюдо – это сырники. Сырники? Да. И ленивый варенье. Асало. Асало любишь? А? Сам я леплю вилкой так. Нет, сало, говорю, любишь сало? Сало? Да. А. Ты же украинец, как ты можешь не любить, наряду с украинским языком? Ну, при чем здесь, ну как, ну так с борщом, конечно. Национальное блюдо. С борщом я люблю, конечно, сало. Не бывает, ну, в Украине. Играешь ли в снукер, спрашивают? Нет, в снукер не играю. Но уважает, кстати, Алекс спрашивает, да. Пул не очень, снукер уважает. Вчера говорили уже об этом. Ух ты, интересный вопрос от Карпа. Почему питерские турниры Лангонии и Белой ночи будут проводиться в клубе Пулково-3? Потому что лидер разобрали. Да. Вот хороший. Сейчас, я думаю, надеюсь, что Юрий Червонев закончит объявлять всех спонсоров. И я задам вопрос Александру, о чем мы спорили вчера довольно долго. Генеральный партнер чемпионата, компания «Рубл». Прекрасно. И целый он, и горилка. Пиде, да. Пишет нам. А Кристина пишет, что я истинный хохол. Это девушка Павла, да? Да. Ну, мы уже вчера сказали, что так, после всего, Саша, что у нас происходит, Кристина обязана выйти замуж за Павла. Саша борется с лишним весом. Вы видите во мне лишний вес? Не понимаю. Я да. Александр не видит. Я вообще не вижу. Поэтому он ни с кем и не борется. Совершенно не лишний, да? Даже на чемпионате Европы. Саша, скажи, пожалуйста, а как ты относишься вот к этим самым, так называемым, дуракам? А вот причем этот вопрос у нас вчера возник в контексте того, что Юрий Пощинский не извинился за очевидного дурака. Ну и что? Как ты, ну разве это красиво? Да это игра. Ничего страшного. Ты извиняешься за дураков? Бывает, нет. А это с чем вызвано? А что чем бывает? Вызвано? То, Соперник не нравится? Нет, ну тем, что бывают такие дураки. А бывают и вовсе не очень не дураки. Александр, давайте мы чуть посерьезнее отнесемся. Серьезнее. Полудурки. Потому что от того, что я извинюсь... Ничего не изменится, понятно. Ничего не изменится. Не изменится. И, возможно, ничего. Если я действительно сожалею о том, что у меня упал дурак, то тогда я извиняюсь. Ну, сочувствую сопернику. Ну, а если я рад, что у меня упал дурак, ну, я же не могу... Ну, я даже не извиняюсь. Типа, ну, бывает, все. Как я могу, если я рад? Еще извиняться, льстить. Ну, это будет нечестно к самому себе, наверное. Да. Я, конечно, представитель международной бильярдной организации, но не могу пропустить этот вопрос. Поступали ли тебе предложения сдать матч? Никогда в жизни. Угу. Сейчас тебе все признаются. Представители международной организации. Никогда в жизни мне не поступали такие предложения. Потому что если бы поступали, меня бы как Хиггинса уже удалили. Из снукера. Из снукера. В который, да, ты и так не играешь. И уехал бы на этом Мерседесе. Да. Enjoy опять спрашивает на украинском. Уважаешь пул, не играешь ли в снукер? Сейчас бы зарабатывал уже, миллионы. Миллион, вот именно, что миллион. Миллионы, да. Да, миллион. Сейчас я зарабатываю. Чем надо довольствоваться тем, что есть. А там что могло быть?
У меня был вариант, там человек, один бизнесмен, он когда лет, наверное, 7 назад, он подходил и предложил, чтобы это... Саша говорит, я даю 100 тысяч долларов, и езжай на обучение в Польшу по снукеру. Или снукер. Да. Если будет получаться, то я... Ну, потому что в Польше был тогда тренер хороший. Mm. Говорит, если будет получаться, тогда я буду, типа, дальше тебя продвигать. Ты отказался? Ну, да, я отказался. Сказал, я бы лучше взял деньги, а в Польшу не поехал. Нет, я сказал, что это пустая трата денег. И я говорю, несмотря на мой талант, я там ничего не смогу добиться. Потому что если это было мне 9 лет, то тогда я бы, конечно... Подумал бы еще. Нет, тогда бы я пошел играть в снукер. Но я вам хочу сказать, что там было бы очень непросто, но... Но я бы на этом фоне не потерялся, если бы с 9 лет. Наверное. Это понятно. А в том возрасте, когда я уже играл в русский бильярд 7 лет, то мне играть в снукер уже шансов не было. Саса, вопрос ваш понятен. Отвечаю за Александра. Дураки на ход матча влияют. Так. Давайте. Несколько, вас... да. Аккуратнее давайте общаться в чате, иначе просто отключим, если будете провокационные там, фразочки писать. И что дальше? Алекс пишет, хороший у вас трио, персы на русском радио отдыхают. Что пишет Алекс? Так, в следующем, планируешь ли в следующем году приехать в Алмату? Ну, если там будет проводиться турнир, конечно, скорее всего, поеду. В этом, году, будет турнир, в этом году не следующем? Будет в Алмате турнира, в этом году будет в Астане. В Астане? Да, Астане, ну, вот, да. Кстати, вот в Астану, скорее всего, не поеду. И вообще, наверное, брошу пока бильярд, надоело уже мне. Еще вчера ты говорил ровно обратно. А сегодня уже надоело? Вчера коммерция не сложилась? Почему? Сложилась? Я вчера выиграл на боксе, поставил на Лебедева. Спросил бы меня, я тебе сразу сказал, на кого надо было ставить и в каком раунде. А, ну, я спросил других людей, мне тоже сказали, что... Я хотел ставить на Джонса. А, там в контракте было практически прописано его поражение. Не признается только никто никогда. Да, Паша, ты всегда такие факты и говоришь, которые не... Бокс никогда ничем никогда не признает. Нет, который ты никогда не сможешь ничем доказать и выглядишь просто пустословом в этой ситуации. Балабол. Нет, я не сказал балабол, пустослов. Балаболом, да. Я вчера говорил, что Джонс нокаутом в 10-м раунде проиграет и так сбалаболил удачно, что он действительно взял и проиграл в 10-м раунде нокаутом. Было так противно и неинтересно смотреть. Чего мне очень интересно было смотреть, я поставил. Я уже сказал результат. Да. Инцидент с Джоном Хиггинсом. Ну, конечно, интересно. Да, присутствовал ли ты на переговорах? Конечно, ну, да. Это же это инцидент же в Киеве происходил был. В конечно. Киеве. Конечно, ну, я меня позвал. Из Харькова выехал. Вы не поняли, я снимал это все. А, тебя позвали как человек, который не понимает английский язык, что там они будут говорить. Создай инцидент, да, Саша? Ну, создай инцидент. Как я отношусь? Да это у них своя жизнь там. Как я могу относиться к Джону Хиггинсу? Никак. Кстати, я на финал на него ставил, так что молодец, Джон. Нервы попортил мне. Ну, рискует, да, ну, Паша вот рискует. Вся игра, в принципе, настоящий финал происходит. Да, много психологической борьбы, много ошибок. Ну, зато если бы, конечно, я играл с каким-нибудь молодым, который бы вышел, и я бы два раза ошибся, уже где-то 5-0 я проигрывал, потому что обыграть Паламаря это выше нету. Такой кайф для детей. Ну ладно. Хоть... Ты бы хотел сам себя обыграть вот, для интереса, так? Не, я вот проиграл со малышу, да. Я же помню, да, что когда мне было 14 лет, какое удовольствие я испытывал, когда там когда сколько? А мне 18 лет было в 2005 году. По-моему. Я обыграл тогда Сталя в на восьмерке. Великолепная восьмерка. Ага. Очень было хорошее состояние. Я такой матч там провел. Этот парень мне напомнил мне радость, как я радовался. Теперь пусть другие порадуют.
Да, ты, кстати, его кумир, Сергей Крутоносов. Ты рассматриваешь собственные матчи? Нет. Да не, сказал Александр. В основном я не пересматриваю. Так, бывает, когда... Да да, сказал Александр. Раньше бывали матчи, которые я пересматривал, потому что приходилось пересматривать, потому что мама моя вообще никогда не ходит на матчи. Никогда. Но всегда, когда я дома, ну, когда я там приезжаю с какого-то турнира, она любит смотреть. И вот они... Тебе приходится тоже? Не, ну, я с ней так вот что-то рассказывал, там, и как все происходило, и интересно. И вот она говорит, ну, как ты тут сыграл? А это... Я говорю, так как, смотри, говорю. Я матч выиграл, говорю, смотри как. Вел, говорю, 7-3 там, до 8 побед. Что ты думаешь? Забил еще 5 шаров. Ну, а дальше сама смотри. И вот она весь матч смотрит. Я говорю, ну, а дальше, мама, говорю, сама все понимаешь. И она и ушел там. И она приходит. Ну, что, ты же выиграл. Я говорю, ну, а ты разве не поняла, что я выиграл? Она говорит, так сказал бы. Она даже смотрит матч в записи и так переживает. Я говорю, мать, даже больше тебе не буду показывать. Ты мама, чтобы переживать, правильно? Да. Поклонники твоей игры из Харькова спрашивают, где с тобой в Харькове можно сфотографироваться? Бильярдный клуб «Леопольд», приезжайте, пожалуйста. Паша, к тебе вопрос. По каким каналам в последнее время транслируют бильярд? Вот по этим, по интернет-каналам в последнее время транслирует бильярд. А Паша-то у нас тут разошелся. Паша, к тебе вопрос, по каким каналам ты в последнее время транслируешься? Это от меня Россия тебе вопрос. Россия-2. Давайте мы сейчас... Вот, смотрите, какая сейчас ситуация. Вернемся к игре, и снова у нас... Сколько шаров? 7 у Талова и, похоже, 106 сейчас 6-7, да, у Родионова. Ну, давай, Паша, с борта своего, рискуй уже. Да вы что? Да, давай. Это же наш бильярд украинский. Наш? Пошел. А, все, молодец. Поломарь ставил. Молодец хотя бы потому, что решился на этот удар. Молодец, Паша, проиграл. Давай, Женя. Женя, молодец. Давай, чужого. Какой штраф? Нет. Нет, да. Он почему-то он так. Не, он просто понял, что он проиграл. Да не факт, такого-то забить еще надо. Это же финал. Во! Матч до 7 побед, напоминаю вам, дорогие зрители. У нас 3-1. 4 партии сыграно. Евгений Талов уверенно лидирует. Ну, если можно назвать это уверенной игрой. Обоюдное огромное пишет, количество почему ошибок. Почему меня нет в соцсетях? Потому что еще мне там не хватало быть. Кстати, я есть в соцсетях. Даже меня штук 5 там где-то мне рассказывали. Со всеми этими страничками ты не знаком? Ну, конечно, нет. Конечно, я не знаком. Кто-то пишет, мне племянник рассказывал, говорит, что я турнир какой-то выиграл, он сидит. Там где-то ВКонтакте, ему говорят, о, Саня, поздравляю, пойдем бухать. А ты отвечаешь, да, сегодня пойдем, побухаем. Так, что делаем сегодня вечером? Не понял, что. Летим домой. Такое ощущение, что у нас сейчас из зала просто заберут один из мерседесов, кто-то там к нему прицелился уже. Нет, там да, просто фотосессия идет. Ксения Крюкова, да, на призовые сейчас купит. Потом появятся фотографии в специализированных журналах, мол, вот такие призовые. Да, совсем с меня прогнозист никакой, не могу понять, что происходит. Ну, ты пока что стоял на 7-2 и 3-1. Ну, Женя отдает. Женя отдает играть просто. Вы знаете, что Женя, после такого, как я его отчитал, он поменял технику. На что он ее поменял? Бытовую? Нет, свою технику. Меняет технику на сало. То есть он совсем начал. Он раньше играл очень коротко, брал кий. Я смеялся, говорю, Женя, ты полкия опять взял. И сейчас он, конечно, уже играет. То есть ты его пристыдил? Я его пристыдил, и поэтому результат, он уже в финале чемпионата Европы, так что
Я если стыжу, то не для того, чтобы обидеть человека, а для того, чтобы был как результат, Паша меня, да. Видишь, стыдит, чтобы это, когда я начну уже тренироваться. До сих пор, буду смеяться, до сих пор поступают тебе вопросы, типа, сколько дней в году ты тренируешься? Ответ 7. Вы знаете, я просто, я вот, вы знаете, до турнира в, сейчас я скажу вам, до турнира где, забыл до кого. До турнира в Кишиневе я, в принципе, очень хорошо тренировался. Ходил по 5 часов, да, вот, с братом мы тренировались. Но у меня другая проблема. Мне, я думаю, тренироваться надо. То есть в частном доме я поставлю стол, баню, и вот тогда я тренировался. Совсем скоро будет, так что... Ты строишь дом? Нет, почему уже не есть дома, там мы построим баню вот с этим. А, то есть вся загвоздка в бане просто, потому что без бани нет смысла тренироваться, я понимаю, Александр. Конечно, по баню с бильярдным столом. Ой-ой-ой, какой Паша забил шар левой рукой. Молодец. Обалдеть просто. Выход? Ну, после продолжение этого, себе сам выстроил. Вы знаете, сейчас может Паша совсем разойтись и начать... Эту партию, конечно, он закончит с кья, безусловно. А вот дальше все зависеть будет от разбоя. Подумываешь ли ты о дополнительном заработке, или тебе хватает денег от того, что ты наживаешь на бильярде? Я вообще на бильярде мало наживаю. Когда я где-то что-то выиграл. Конечно, не хватает. Помогите, знаешь, материально. Смотри, опять мимо дал. Ну, значит, с кия надо... Можно на бильярде тут что-то заработать. Очень тяжело. Среднюю школу окончил нормально, с тройками. Лайт спрашивает в очередной раз, как вам Волгоград? Волгоград отличен. Отвечаем, что Волгоград нам очень понравился. Александру тем более. Ему понравился даже сильнее, чем нам с Антоном вместе взяты. В два раза. Ай-яй-яй. Не, ну с такой игрой Жене Волгоград ни разу не понравится. Ну это финал, дорогие зрители, это финал. На самом деле, это нервы, смотрите, просто. Да, переживания. Не смотрите, техника. Смотрите настоящий бильярд. Какой он может быть, а не только. Многие высказывают, мол, скучно, неинтересно смотреть, тягомотина, финал неинтересный. Да вы выйдете вот так вот при 300 зрителях. Просто выйдите. Под прожекторами, да, перед телекамерой. Хорошо. Неожиданно согласен. Просто выйдите вот сюда под камеру и посмотрим, что от вас останется. Это не передать словами, это совершенно иные впечатления от игры. Интересно, вот Павел сейчас слышит, как думаешь, Саш, вот эти выкрики, типа красава, да, там, конечно, молодец. Крикнет, потому что я думаю, что это кричат и из Донецка болельщики. И он, конечно, слышит эти выкрики. Давай, давай, и они, конечно, поддержат все равно. Просто есть игроки, которые просто отключают и вообще не обращают внимания ни на что происходящее вокруг. Да, они даже не видят, как им шары забивают. Так отключаются, что... Господи, снова вопросы про ки. Александр, а сейчас смотрите, вот удивитесь. Александр, а из какого дерева ваш ки? Мой ки из дерева гамбейра. Как? Гамбейра. 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 Гамбейра, и все, и больше там никаких... Нет, интересных... дерево называется гамбейро. И все, и не грабовый там какой-нибудь шар? Не, ну, граб гамбейра. Граб гамбейра. Восьмиперьевая корона. Вот. А вот ты удивился, думал, я не знаю, с какого дерева у меня ки, да? Почему нет? Я думаю, что все удивились, что ты знаешь слово гамбейра. Вот я лично первый раз слышу. Да? Я же играл всю жизнь гамбейрой. Да? Да. И никогда вот не это... играл там никакой венгой? Нет, ни... играл палисандр и гамбейра. Ну, тут мне подсказывает Виктор Пшеничников, мол, есть еще сайт Лиги любителей бильярда. Простите, уважаемые наши питерцы.
Почему, Саша, твой выбор пал вообще на бильярд? Чем он тебя так привлек в молодом возрасте? Вы знаете, было мне когда 8,5 лет. Мы ходили во дворец пионеров. Там только появились там приставки. Там приставки Mortal Kombat, эти игры. Mortal Kombat? Да. И потом там был теннисный стол. То, что очень нам нравилось. Мы играли в теннис настольный. И банкомат. Нет, банкомата там не было. И бильярд. И стоял бильярд, да. И когда было 8,5 лет, Женя мой пошел, в принципе. Он старше тебя на сколько? На 4,5 года. Угу. Он пошел в бильярд, да. Женя пошел в бильярдную и до протяжении полгода потом приходил домой, там маме рассказывал, как там все в бильярдной происходит, как там турнир. И вы знаете, мы с пацанами параллельно там играли теннис, бильярд. И у меня получалось там, я забивал. Там шары, так интересно было. Потом, через полгода, было, конечно, набор детей вот в клуб «Мастер». Это вот когда тренер Пивоваров Владимир Борисович. И вот тогда начался отбор. Мы прошли первый отбор, набралось там что-то под 100 человек детей. Ого. Да, 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 было очень много. Под 100 детей. И потом, понятно, что из этих 100 человек все равно были лентяи, которые просто так пришли. И потом прошло где-то месяца 2 или 3, и, конечно, надо было производить отбор еще один. Ну, как бы тот, кто за 2-3 месяца те задания, которые ставили, а если они научились, то значит, им это и надо. А если нет, то был отбор. И, конечно же, через 3 месяца отбор. Ну, я не прохожу отбор. Не проходишь? Не прохожу отбор. То есть ты лентяй был тогда? Нет, я не лентяй был, просто я не забил. Я, ну, нормально. Просто у меня был мандраж, вот и все. Так вот, что я там не сделаю. И я прошел этот... не прошел отбор, пошел, сел возле колонны, сижу и плачу. Что вот я, блин, не прошел отбор. Вот реально, плачу, 9 лет, мне 9,5. И Царство Небесное Иван Николаевич Дзюба говорит, моему тренеру Пивоварову, говорит, Вова, посмотри, он там, говорит, малой плачет, говорит, давай ему, типа, еще один шанс дадим. Ну и вот они тогда дали шанс, и, конечно же, я уже выполнил идеально это упражнение. И поехали мы сразу, потом через полгода поехали мы на первый юношеский турнир. Мне 10 лет. Мне уже 10 лет. И ты достала, извини меня, доставал со своим ростом? Нормально, да. Я, ну, так вот я уверенно забивал. Как бы шары забивал, я уже уверенно. Там, ну, такие прямые, там, что доставал. А когда не доставал, у меня был длинный кий без тещи. Угу. Я играл вообще безукоризненно. А первый кий чей был у тебя? Не помнишь? Первый кий, конечно, харьковского мастера. Он у меня потом был еще один кий харьковского мастера. Я ему долго-долго играл, и потом очень нелепо сломал его. Сломал? Да. Играл по 20 гривен. Просто об стол так тюкал. На деньги играл? Да, конечно. И сломал его. И вот тогда у меня пошли новые кии, и все новое. Угу. Понятно. Ну что же. Так, у нас... так, ну что, у нас забоевился матч. Да, забоевился. Сейчас психологическая борьба продолжается. Все очень происходит интересно. Александр не будет рассказывать анекдоты. Он не знает репертуара Аллы Борисовны Пугачевой. Вот, и не сможет разменять вам $100. Почему? Подобные все вопросы попрошу на полном серьезе не задавать. Ну почему? Насчет Пугачева я знаю много персонажей. А, еще у Александра нет чувства юмора. Не надо задавать вопросы на чувство юмора. Кстати, Юрий Пащинский в форме. А, ну да, награждение же будет. Я так могу про Пащинского полуанекдот рассказать, что в борьбе за денежные знаки страшнее зверя нет, макаки. Вот.
непонятно, какое отношение имеет к Юрию Бочинскому этот анекдот. И не надо, и не надо уточнять, пожалуйста. А, ну, конечно, непонятно. Конечно, непонятно. Вообще, блин, не похож ни на какой макаку. Александр. Я же говорю, что я никого не... Сейчас отберем микрофон. Бочинский макака. Ну, вы спрашивали меня за прозвище, я рассказал. Какие еще прозвища есть, только не обидные? А что, макака, да не обидная. Он сам говорил об этом. Дорогие друзья, я отказываюсь комментировать вместе с этим человеком что-либо. Да, тем более Иван Сибкаев нам тут исполняет. Типа на чемпионате Европы 2008-го там кошка пробежала между вами в Баку, видимо, на финале, да? Ну, Ваня, ну поимел бы совесть, то ты так с Пачинским не лады. Не, все нормально. У нас с Пачинским очень хорошие отношения. Можем сейчас пографить его. Могут поцеловаться в дюсны прям перед камерой. Паша, да, может. Это корректно ты говоришь? Конечно. Ничуть не корректнее, чем макака. Одинаково. У меня лучший друг Паша уже, видишь? Это хорошо. Вывели Паломаря. Ну что, Талов должен завершать эту партию, похоже, не очень удачно. Все по бортам. Ну, серия неплохая. 5 шаров. 6 шаров. 6-0 в этой партии. Дальше игры только нет. Да, чуть-чуть бы отбортнулись эти оба шара, и было бы вообще замечательно. Ну, отыгрывается, похоже. Нет. Атакует. По лузе. Такую это отдает. Шар должен проходить. Нет, там проходит шар, безусловно. Просто насколько он, насколько прямой, если вероятность подката шара. Давайте посмотрим на повторе. Проходит ли шар там? Не дорезал. Ну, скорее всего, не проходит. Сейчас будет играть. Проходить-то он проходит. Почему? Проходит, проходит. А если проходит, то это проходит шар. Другое дело, что он под резкой стоит, и под резкой он стоит вот с верхней камеры, если можно посмотреть нам. Резко неудобная. Вот верхнюю камеру нам включили. Левее надо забирать битком. Вот, да, вот, вот, вот. То, что надо. Будет в любом случае, это куда? Я сказал, что ты макак. Закончили дискутировать, спрашивают. Да, Саш, когда ты понял, что ты звезда? Когда? Я вообще никакая не звезда, я обычный человек. Следующий вопрос, какая музыка тебе нравится? О, музыка? Ой, какой Женя шар забил красивый, молодец. Вот сколько. Какая музыка мне нравится? Ой, разная музыка мне нравится. Всякая. Ну, например? Например, ну вот совсем разное. Хоть рок, хоть рэп, хоть... Что тебе последнее давал послушать Винокур? Винокур? Не, ну с музыкой у нас с Винокуром вообще не... А кто у тебя... Аудиокнигу, наверное, да. Кто у тебя кумир в области музыки? При...
Слушайте, в последнее время мне, конечно, ну как последние года три Лепса я слушаю. Юрий Николаевич, здравствуйте. Хотите прокомментировать? Да? Ну ладно, хорошо. Лепс нравится? Да. У Юрия Николаевича тоже на звонке на телефоне Лепс стоит. Скажи, пожалуйста, а ты с Лепсом играл на бильярде? Нет, никогда не играл, но... А ты с ним знаком вообще? Ну, вот так, предварительно. А так вообще не знаком. Ну, надо сказать, что он тебя удивит своей подготовленностью. Играет такой крепкий любитель. Я не удивлюсь, его же тренируют Торновецкий сейчас. Торновецкий его тренирует? Да. Или это тоже некорректно? Не, почему это корректно? Я знаю, что вы... Поэтому он и проспал. Тренировал Лепса, да, вот хорошее. Торновецкий сейчас, был тур по Украине, Лепс, и вот Торновецкий его тренировал. Они даже были в Харькове. А ты ходил на концерт? Нет, я не ходил, у меня жена ходила на концерт, и, как ни странно, билетов не было, и вот в этом помог нам Торновецкий, так что... А ты вчера, кстати, с Ярославом общался? Конечно, общался. Что говорит мальчик? Я ему звонил, ну, во время, как вызывать. Ну, говорит, Саня, ну я, ты представляешь, говорит, так, говорит, в общем, настраивался на игру, говорю, что проспал. Ну, что, перенастроился. Но переживал хотя бы? Как вы думаете, конечно, переживал. Вы знаете, я думаю, что, как вы там видели, как наша Раша, прошу простить и помиловать, и если можно, поощрить. Помнишь, как он об этом? В общем, вот заявление... Прошу понять, простить, и если можно, поощрить. Вот только что вам примерно текст заявления в Украинскую Федерацию изложил Александр Паламарь от заявления от Ярослава Торновецкого. Прошу простить. Помиловать, если можно, поощрить за инцидент, который случился в Волгограде на чемпионате. Я не знаю, конечно, Украинская Федерация, наверное, наругает, но я думаю, что все равно у нас очень хорошие руководители, я думаю, что они поймут парня, что так уж точно он не специально это все сделал. Что самое странное, все видели, как он пошел отдыхать. То есть не то, что там, знаете, какие-то там ходили мысли, что он напился, играл. Ничего подобного не было. Просто... Я это вчера говорю, что я видел Ярослава примерно в час ночи живым, здоровым, абсолютно трезвым около гостиницы, и он ушел спать довольно быстро. Только почему проспал, непонятно. Ну, на этой волне всеобщей любви Котофей нам пишет в чат, кстати. Между прочим, Паламарь тоже Лепсу нравится. Мало того, что тебе нравится, вы знаете, ты еще и Лепсу нравишься. Ну, я так с ним по телефону разговаривал, да, мы сводились с Лепсом, было такое. Да, сводились даже? Да, он был в Одессе когда. Он был в Одессе. Александр, ты просто можешь с кем-нибудь поиграть на бильярде, не на деньги? Ну, скорее всего, нет. Нет. Ты на меня так смотришь. Я с тобой не сыграю в бильярде на деньги. Неинтересно. Потому что ты не увидишь полной красоты Паламаря, понял? За я красоту не смогу, надо платить, Паша. Я не смогу раскрыться. Не потому, что мне деньги нужны. А деньги тоже нужны. Поверь, Саш, ты сейчас так раскрылся, что я уже подумаю о том, сколько бы тебе заплатить. Чтобы сыграть? За этот эфир. Зачем играть? За этот эфир? За этот эфир, это мы потом с тобой разберем. Передадут всю эту информацию, тут очередь будет. За Питере с Паламарем. А сколько ты за эфир берешь? Можешь? А за кефир? За кефир. Так, раскрылся. Так вот, слушай, мы с Лепсом как разговаривали, да? Он говорит, я говорю, что я сейчас могу прямо вылететь и будем играть. Я был в Харькове. Он говорит, о, ну типа, мы дали такой фору, они типа, говорит, на 8-2, говорит, будешь играть? Я говорю, да на 8-2 лучше дома посижу. Вот так мы сводились. Хорошая сводка. Так посмеялись. И решили остаться дома. На 8-2 я прямо сейчас с тобой готов играть. Ну, даже ты готов, представляешь? Не бываешь, ну, во время удара, что ты уверен, что будет дурак. Да, конечно, каждый удар уверен, что будет дурак. Такой вопрос я еще не слышал никогда. Даже думаю, что если когда-нибудь Александр Паламарь удостоится быть принятым президентом Украины, ну там за какой-нибудь выигрыш, допустим, чемпионата мира на территории Украины. Вот. Полевой, ты не звони мне, негодяй, я тебе звонил, блин.
Звонил, Вадим, звонил. Привет. Да, Вадиму привет. Я тебе звонил. Никак не мог тебя найти, а ты мне теперь как ответишь? Двойным пошло? Так вот, закончу мысль. Если президент Украины будет принимать Александра Пономаря за победу на чемпионате мира, а он обещал, кстати, выиграть в Киеве чемпионат мира, вчера в эфире обещал. Да, он будет тренироваться, вот, его будет принимать, я моделер сейчас, принимает президент Украины. И будет, наверное, как-нибудь бильярдный, он будет его чествовать и сказать, ну что, Александр, давай партиечку со мной сыграем, а Александр ему тут же в лобешник за деньги. По 1000 гривен поднеслась. Нет, я ему так не скажу. Нет? Нет. А да, а почем? Кресло министра? Предварительно... Все будет обсуждено, да, конечно. Нет, предварительно через его агента я ему скажу, что смотри, что не вздумали, чтобы он мне предложил просто так сыграть. Потому что я его опозорю на все это, скажу, я просто так, Витя, не играю. Через его агента, самое ключевое. Так что? Да, дорогие друзья, я, знаете, пойду покурю, отказываюсь принимать участие в этом балагане. А это корректно ты сказал, что ты куришь? Да на самом деле это он не курит. И Саша Пономарь не курит и не пьет, да, хотя вы пишете. Юрий Николаевич, это моя фишка. То, что я не тренируюсь. Хочешь, я сейчас любым сыграю? Вчера сыграл. Со мной будешь? Буду. По пятёре. Буду. Павел Черемисин ушел псевдо покурить, потому что он на самом деле не курит, но решил проветриться. Очень жарко тут под прожекторами. Возле ТВ-стола Александр Пономарь пошел дать интервью для местного телевидения. Снимается фильм о чемпионате Европы. Ну, а я все еще здесь по-прежнему с вами, как привязанный. Александр Талов подставляет на середину, подставляет очень качественно. Да, Иван 777, Ваня, Иван Сивкаев пишет, Александр Талов, естественно, заговорился уже. Ну, мало того, что очень жарко, во-вторых, ну, пятый день здесь, в этом зале, как на привязи, ей-богу, заговорился. Несколько расслабил еще, к тому же, Александр Пономарь. Я надеюсь, никто не обиделся по поводу некоторых достаточно скользких моментов, которые были у нас в беседе, в этом импровизированном интервью. Нету Павла Черемисина, он бы сейчас подошел и поправил Павлу Родионову лацканы его жилеточки. Павлу так удобнее. 4-3. Может быть, пора уже и Жене взять перерывчик. Нет, он так не думает. Посмотрел в мою сторону. Не согласен, видно. Михаил ВК спрашивает, есть еще кто-то поблизости из спортсменов? Ну, видел, Диану Миронову гуляла тут рядом.
собственно, сейчас у меня рядышком никого на трибунах. На трибунах становится тише. Так, нет, кто-то присутствует, конечно. Но сейчас, в данный момент, рядом со мной просто никого. И это даже радует, можно отдохнуть немножко. Дэн Каталкин спрашивает, скажите, а вообще как выбирает город для крупных соревнований, например, ЧМ или ЧЕ? Договариваются путем длительных и очень скрупулезных переговоров. В частности, Волгоград был выбран для чемпионата Европы по той причине, что дилер компании «Руптур», бильярдного производителя, известного весьма из Беларуси, предложил провести турнир именно здесь. Владислав Николаевич Тырин, наш партнер, отлично все организовал, и мы с удовольствием сюда приехали. Наташа пишет, что ставит Наталова. Да многие тут уже поставили Наталова. Анонимный пользователь жалуется. А почему я в чате все с именами, а я анонимный? Это такая карма. Все зависит от федерации. Следующий пост. Да, понимаю, это вопрос, но очень хорошо совпало. Да, Артхаус спрашивает, Поломарь ушел ли? Ушел. Надо понимать, что надо отпустить Сашу, потому что он стал уже... Заговаривать. Не заговариваться, понесло его. Ну, жарко. Нет, заговаривать. На самом деле здесь очень жарко. Давайте, Александр, не будем строго судить, это же бильярдист, во-первых. Искренне верю, что Юра Починский на него не обидится. Он поймет и... Я тоже так думаю. Поймет и простит. Надеюсь на это. Прощение такое, хорошее, благодетель. Ну что, давайте хотя бы последим за игрой. Вот у нас анонимы пишут, что пока место Поломаря занял Черванев. Интересно, откуда аноним это знает? Он что, сидит? А, я понял. Он сидит, видимо, все-таки в зале вот, и пользуется местным... Да. Wi-Fi. Шикарно. Ой, хорош, Женя. Ой, хорош. Да, если вы думаете, что я не смотрел до этого, до сих пор на стол, я всегда на него смотрел. Кристина пишет, что, по ее мнению, будет контра. Ну что же, сейчас от контра бы, конечно, не отказался бы ваш возлюбленный, потому что пока ситуация, ну, явно не в его пользу. Точно, молодец. Женя уже окончательно себя обретает. И посмотрите, тут самовыходы случаются. Два шара на столе есть, это достаточно для завершения партии. Первый не испортил бы. Нет. Ну, сейчас им же и будет играть. Чуть-чуть миновал. А посмотри, Паша, куда он прицеливается. Куда? Надо играть вот по борту. Женя, 7 шаров. А, ну или так. Если так тоже прямо, то почему нет? Ну, все. Ну, красавец. 8-й забит, что Женя повел у нас со счетом 5-3. Матч до 7 побед. Осталось, да. Вот, кстати, пока с нами Юрий Николаевич Черванев, главный судья этих соревнований. Юрий Николаевич, сейчас я вам дам микрофончик, а сам поговорю вот в этот. У нас работает микрофон, да? Мой. Юрий Николаевич, вот Александр Поломарь, известный любитель пошутить и поставить на различные спортивные события,
а также библиофил, назовем так, человека. Значит, он сказал, что по-хорошему финал надо бы играть до 11 побед. Вы вот как к этому, как главный судья, относитесь? Перспективы вообще такого увеличения? В принципе, вы знаете, мы уже разговаривали с Никифором по этому поводу. В принципе, если мы будем проводить официальные чемпионаты, вот именно официальный чемпионат мира и Европы, идет разговор о том, чтобы проводить их сразу же в Олимпийку делать. Об этом Саша, кстати, и говорил. Саша тоже говорил. И тогда, тогда, естественно, будет сразу же уже не меньше, чем до 9 побед. Угу. И тогда, может, финал до 11 можно играть. То есть это все к тому, чтобы не затягивать время проведения турнира. Да. То есть если мы отказываемся от нижней сетки в пользу Олимпийки, то тогда... Да, количество матчей сокращается сразу. Тогда можно будет расписывать время тогда более-менее. Потому что нижняя сетка идет затяжкой, и трудно спрогнозировать, когда там по времени. Но в чем вопрос тогда? Будет ли переход вообще на такой график? И почему его до сих пор нет? А я, наверное, сейчас расскажу, а Юрий Николаевич либо подтвердит, либо опровергнет. Тут возникает ведь масса подводных камней, потому что нужно регламентировать количество рейтинговых турниров в году, за которые нужно рейтинг и сеять игроков. И сеять игроков. Это понятно. Сколько об этом сеять... же Саша уже и говорил. Да. Сколько сеять игроков? Как сеять? Как это понятно? Там первое, ну то есть вы там, берете... Если будет достаточное количество рейтинговых турниров, чтобы можно было определять. Вот, надо с этого начинать. То есть, я так понимаю, это время не ближайшей перспективы. Ну да, рассматривается такое время. Я понял, спасибо. Так что же ты, Паша, не ты. Ты сиди с микрофоном, а вот этот вот с кем что-то плоховал. Шесть-три будет совсем грустно для Павла Родионова и для Кристины, которая смотрит этот матч. Пока тут 6-3. 6-3, ну... Позиция, мне кажется, на партию не стоит. Тем более, что мы пока ни одной партии... Или все-таки одну партию с Кия дал. По-моему, одна партия с Кия была у Евгения Талова как раз. Малибу спрашивает, скажите, а будет ли награждение в прямом эфире? Да, мы очень ненадолго прервемся, оборвем трансляцию только для того, чтобы файл с матчем сохранился отдельно. Я отказываюсь понимать, что делает сейчас Женя. Ну... Да, вот, кстати, Андрей Дубрев добавляет, что привлекать к участию по рейтингу, а не по квотам. Это, кстати, тоже вопрос дискуссионный. Квоты должны быть от стран, естественно, да? Возможно, рейтинг на чемпионат Европы нужно будет учитывать и внутри, так сказать, национальный. Должно быть какое-то количество внутри страны турниров рейтинговых, которые идут в зачет. Ну, то есть тут целая, наверное, работа предстоит по осмыслению, по написанию правил и так далее. Самый дурацкий вопрос у нас за все дни. Один и тот же, по поводу дураков. Поэтому и дурацкий. Как главный судья относится к предложению по засчитыванию дураков на официальных турнирах? К примеру, один дурак на партии. Уже и лимит квоты уже выделено по дуракам. Мне интересно, вот зрители наши, те, что смотрят бильярд, они смотрят другие виды спорта, вообще в спорте не разбираются? Случайный гол там, допустим. Ну, везде. Элемент случайности в любом виде спорта имеет роль и везет сильнейшим все равно, в конце концов. Были уже раньше случаи, когда отменяли дураков, старались, но как это правильно в правилах описать, никто не знает. Играть только на заказ, это, конечно, жестоко. Ну да, один дурак на партию. Ну, слушайте, учитывая такое большое представительство россиян, россиянам предлагают два или три дурака на партию. Можно. Ну да. И там какому-нибудь, не знаю, Германии достанется один полудурок, да? Да. А в Германии дураков нет, как известно, вообще. Да, да что ж такое? А дурачок падает прям... Нет, чуть-чуть, буквально на последних 20 сантиметрах свело. Я прям сижу ровно напротив этой лузы и видел, как... По диагонали от лузы до лузы. Да, по диагонали от лузы до лузы, я прям четко наблюдал всю траекторию полета этого шара. Ну, точнее, даже не полета, а такого
медленного наката в сторону лузы. Еще раз отвечаю, дорогие друзья, неизвестно, когда будет трансляция на России 2. Переговоры об этом ведутся. Я надеюсь, что, может быть, в новом сезоне, то есть с сентября месяца, с осени 2011 года, трансляции возобновятся. На вопрос, как там с проектом «Сталев против всех», тяжело. Пока еще, так сказать, активный штурм этого проекта не осуществлялся. Нужно с многими людьми разговаривать и так далее. Ну вот предварительные переговоры, в том числе и здесь проходили. Спрашивал, интересовался у людей бильярдного сообщества. Может быть, то есть понимание есть, но все, повторяю, не быстро, к сожалению. То не подход Павла Родионова, то просто какая-то трагедия. Да, у Талова тоже не лучше. Согласен. Да, ну теперь-то точно все стоит на партию. Это при счете у нас 6-0. 6-0 в пользу Родионова, да? Сейчас, ну, правда, опять же, все зависит от состояния, в котором пребывает Евгений Талов. Как правильно замечал Александр Паламарь, не в том психологическом состоянии находится и тот, и другой, чтобы нести партию с кия. Сейчас мы это проверим. Пока выходы такие, что здесь даже никакое состояние не нужно. Просто делаю свою работу, забиваю легкие шары. Сталев ушел в покер, но совсем или нет, зависит от предложенной ему суммы. Да, глубина ухода в покер зависит от глубины, да, и объема вашего кошелька. Глубина возврата, точнее, возврат с глубин покера зависит от... Точка невозврата еще не пройдена, это точно, нет, да. Конечно. Подбой? Нет, без подбоя. Не надо подбоя на середину. Ой, ну какая серединка? Уголок хорош. Там все хорошее. А зрители, дорогие друзья, между тем, продолжают прибывать. Народу уже... Половина зала. А дворец спорта в Волгограде весьма крупен. Большущий, я бы даже сказал. Я не ошибусь, если скажу, что 400 человек есть точно. Если даже не больше, дорогие друзья. Давненько такого не было. Если на самом деле, радует глаз все это. Действо постарались волгоградцы. Хорош, Женя. А перевод в угол, посмотрите, какой шикарный. Ну, как минимум... Свояк. Да нет, наверное, чужой будет играть в угол. Но на свояка так потенциально этот шар встал. От него можно легко сыграть свояка. Нет, видите, как только посложнее шар, так все, тут же ошибка. Ой, зацепили больную тему, сейчас буду вещать. Что такое? Анонимаус написал. Не злобный, а добрый Анонимаус сказал, что стол красивый. У меня нету. 14.36. Да, стол красивый, классный. Я персонально его, собственно, собирал. Стол называется «Русич» от компании «Руптур».
Компания «Ruptur» 8 столов поставила сюда в Волгоград. Они выехали в пятницу, а я из Минска выехал в понедельник утром, ранним, вместе с нашей бригадой, с режиссером трансляции, с судейской коллегией и техническим экспертом. Короче, у нас целый табор такой был из Беларуси. И, в общем, столы мы по пути догнали. Стол называется «Русич», выполнен из ясеня, специфически покрашен. Очень классный. Особенно мне в нем нравится широкий борт, с которого удобнейше играть просто. И 8. Все, молодец. Партия. Молодец, Павел. Счет становится 5-4. Кто-то заказывал там у нас контру, похоже, в чате. Может быть, и не ошибетесь. Так, дорогие правда, друзья. Почему-то я готов поставить на следующую партию Наталова. Опять будет разрыв в 2. Я же не Александр Паломарь, я не буду ставить. По мне, так лучше 5-5. Так, чисто для борьбы. Но всем известно, что я переживаю за Талова. Так, вот вижу, кто радуется. Из-за кого? Вики Кристина Барселона. Вспоминается один известнейший фильм. Шикарное кино, кстати. Да. И Кристина у нас в чате зажигает уже который день подряд. Самая длинная буква «Е», которую я видел в своей жизни. Нет, Кристине еще раз отдельное спасибо за танец. Шикарно. Да. Я даже не думал, что... Кристина подняла нам настроение просто... Да, у Павла все в порядке с девушкой. Когда девушка обладает таким чувством юмора и так тонко может это выразить, это... Павлу надо держаться. Ну, он и держится. Партийку вырвал, 4-5. Опять же, вдруг у Кристины подружка по имени Вика есть. Город Барселона еще никто не отменял. Она есть точно. Сергей Сапегара, международник из Молдавии. Хорошо поставил пирамиду. Да, но там... Вот думал я, что бы сказать ему вот-вот. Как бы еще похвалить. Павел Родионов, он сейчас... Сейчас прямо под руководством Павла Родионова он хорошо поставил пирамиду. Катафей пишет, предвзятость комментаторов. Да, так точно, предвзятость. Мы болеем за Евгения Талова. Паша чуть больше, я чуть меньше. Сколько если сантиметров... победит Павел Родионов, то я буду только за. Спрашивает, сколько сантиметров борт, если ты знаешь все параметры этого стола? Не, все параметры не знаю, но очень широкий. Сукно стола с центральной камеры зеленое, а с боковой голубое, ну, возможно. Баланс белого не настроен, поэтому уж извиняйте. Да. Я вам больше скажу. А это сукно хамелеон, если подойти к столу, по центру встать, оно будет зеленое, а сбоку посмотреть голубое. А если посмотреть снизу, оно будет черным. Вообще черное, да. Застревает шар. 5-5, дорогие друзья, корячится нам. Ну и, кстати, дело не в том, что какова вообще ширина борта. Дело в том, что у него специфический профиль, он так скруглен, что очень удобно ставить на него ладонь. Да, это правда. Но неудобно бокал с пивом. Да, не для пепельниц, не для прочего. Бог его знает. Ruptur.com. Заходите на сайт и смотрите. Там все столы, огромное количество. На все есть ценники. Кому Мерседес достанется? Мерседес достанется Бенцу. Да-да-да, Миша, пожалуйста, каждые 15 минут пиши в чате, что Мерседес да. Это выручай. Декорация, реквизит, если хотите. Как ну, там пишут, мебель, мебель, как я уже говорил, да. Да. Это мебель. Видео с Кристиной выложено, пожалуйста, смотрите. Там шикарная Кристина, вам понравится. Да, сукно, конечно, зеленое, параметры цены, кто знает. Господи, MTG, вы так интересуетесь? Я даже сейчас специально для вас вот открою прайс и Ruptur и посмотрю. Сукно зеленое, анонимный пользователь спрашивает. Да, зеленое, Симонис 720. Зажали, Эмель, куда зажали. Нам жалко расставаться.
Столы неприемистые, не для Америки. Абсолютно не согласен. Что за глупости? Финал у нас просто не для Америки. Финал очень нервный. Надо было смотреть четвертьфиналы, полуфиналы, и вы бы тогда поняли, что столы приемистые, ай да. Не-не, что такое приемистые? То, что по 76 миллиметров? Луза, эти центральные 86? Да, наверное. Пачинский такого... 25 подряд положил. Ну какие неприемистые шары? Все лузы расстрелял. 25 шаров, ребят. Кристина, танцуйте. А почему Павел-то сейчас? Он о чем думает? Дайте мне ки, я забью этот шар, скорее всего. Вот, кстати, и партия с кия, дорогие друзья. И перерыв, похоже, берет Евгений Талов. Да, при счете 5-5. Ну что, борьба достойная финала. У женщин так не получилось. Да, мы все-таки раскочегарились, как мы с Александром Пономарем пришли к мнению еще в первой партии, что еще раскочегарились, и вот к 10-й партии, похоже, уже разошлись. А осталось там максимум 3. С этой партии и мы с Александром Пономарем разошлись. Заметьте. Ой, хорошо, что разошлись в прямом смысле этого слова. Нет, Саша это, конечно, величина. Вот Женя Курта, его еще пригласить. Нет, не будем. Паша, даже не смотри. Женю Курту не зовем. Отличный человек, хороший парень. Ну, тогда наш эфир будет просто комедией. Сколько смотрит, там застряло? Ну, застряло какое-то количество. Но я видел столы, где застревало гораздо больше стройков, и мы это уже обсуждали, дорогие друзья. Стол нормальный, я на нем играл сам лично. Я с любительской точки зрения могу сказать, что нормальный стол абсолютно. Можете даже запись посмотреть, там 10 минут вместе с Даниилом Хаятом из сборной записи, Германии. Не надо это рекламировать, пожалуйста. Не надо смотреть записи, хорошо, не смотрите. Ой, не знаю, как ты, Паш, я возьму небольшую паузу. Если будут какие-то вопросы к нам, то пишите, конечно, после паузы ответим, я пойду, наверное. Я пока никуда не ухожу, поэтому отпускаю. Вдохну свежего воздуха. Ну что, самое-самое интересное нам предстоит с вами. Сейчас народ потянулся в сторону выхода. Все хотят подышать свежим воздухом, потому что, повторяю, в зале довольно жарко. Хотя работают все кондиционеры Советского Союза. Так, ну, любопытных вопросов в чате нет. Позовите кого-нибудь, пишет Наташа. Наташа, вас приглашаем. Приходите, с вами побеседуем с удовольствием. Со спортсменами разговаривать, видите, что получается. А, по ходу турнира, что-то же я обещал вам в самом начале репортажа рассказать. И, честно говоря, после встречи с Александром Пономарем в эфире, напрочь вылетело из головы, что же я хотел рассказать. Удивляются все в кулуарах, там победе Ксении Крюковой отдают ей, безусловно, должное, ее настрою. Вот. Но удивляются прежде всего тому, что ну как-то она, знаете, безэмоционально все это делала. Может быть, потому что она, хотя тяжело говорить, что она, человек не так хотел выиграть чемпионат Европы, но она с таким, знаете, здоровой долей фатализма к этому ко всему относилась, и, возможно, это не приводило ее нервную систему в состояние перевозбуждения, на чем, собственно, погорели все ее соперницы. И Катя Казакова, и Диана Миронова, и в финале Евгения Рамодина. А, по поводу ки из музыкального дерева. Спасибо, Миша. У меня совсем уже голова не варит на четвертый день. Тяжело, действительно. Имел мы, я вчера разговор с Александром Николаевичем Тыриным, вот человеком, который производил эти ки. Если кто-то из вас, дорогие друзья, встречался с продукцией Владимира Левитина, а я видел такой ки до приезда в Волгоград, вообще до знакомства с киями компании «Гюд», вот если кто-то видел эти кии, то может подтвердить и держал в руках,
может подтвердить, что они несколько необычные. Они необычные по форме. Берешь палку, бывает, ну, я повторяю, свои, так сказать, чисто ощущенческие моменты буду передавать. Берешь палку и понимаешь, что она, ну, никакая. Ну, вот просто кусок дерева и все. Вот так можно взять ветку примерно похожих размеров от дерева. Или швабру там, или что-либо еще. И то в швабре даже, наверное, чувствуется какая-то сила. А берешь палку и понимаешь, что это инструмент, игровой инструмент, чувствуешь, так сказать, ну, некую энергию в ней сосредоточенную. И вот, когда берешь эту палку в руку, понимаешь, что да, она непростая. Там что-то есть, и, видимо, есть что-то такое, что стоит поизучать. Но настолько она в руку непривычно ложится, толстый турняк, неожиданный переход в средней части кия, уже практически на шафте, переход, как бы это выразить, я, к сожалению, не владею этими терминами, то есть не киевник. Ну, то есть идет толстый, потом раз, и прям такой слишком сильный переход к тонкому прям оконечнику шафта. Ну, как-то, ну, все непривычно. Хотя бьешь и понимаешь, что да, посыльная палка бьет точно довольно. Не в район луза, не куда-то там, а прям вот точно. Вот. И мне рассказали, как она делается. В частности, что у нее клееный шафт. А также посоветовали мне, вот, кто знает, дорогие друзья, из тех, кто сейчас меня слушает, кто имеет отношение к производству киев, меня уверяли вчера в Волгограде, что никто не делает клееный шафт у нас сейчас из производителей киев. Ну, скажем так, в массе своей не делают вообще. У нас же, говорит, шафт делается от 5 до 12, от 5 до 12 склеек затрачивается на шафт. Из клена все, причем не просто из клена, а сердечник пихты, а оболочка клен. И, мол, это заходили в такие дебри, как передавание звуковых и волновых колебаний. Породы дерева должны быть как бы созвучны, то есть они не должны диссонировать. Граб, к примеру, это диссонатор, он гасит какие-либо колебания, а не передает. И так далее. То есть там рассказывали, что елочка, которая, ну, в массе киев же практически все кии елочкой. Елочка, в принципе, не может передавать колебания таким образом, каким это нужно, по причине того, что если, говорит, повернуть елочку вот одним рисунком и поставить прибор, измеряющий, вот уже не запомнил что, допустим, там упругометр, грубо говоря, я не помню просто, как это все называется, ну, я не производитель киев, извините, вот, а потом повернуть кий на 90 градусов и опять же поставить упругометр на кий, то показания разные будут, а это очень важно для удара. То есть мы вчера прямо спорили, сошлись на том, что этой палкой надо заниматься, ну, то есть, по крайней мере, поизучать, что же там такого, на что аж получен патент, и люди там реально упираются, поскольку их один из трех производителей этих киев, человек, который потомственный в третьем поколении производитель музыкальных инструментов, а уж тут я точно знаю, поскольку музыкант по профессии, правда, в прошлом, что здесь надо изучать серьезно, и скрипки Страдивари или какие-либо еще предметы музыкального искусства просто так из куска дерева не делаются. Там люди должны понимать в дереве и много. Но у нас, дорогие друзья, 11-я партия началась, закончили рассказ о киях. Может быть, еще успеем к нему вернуться, если будет время. Началась, мы видим, 11-я партия с разбоя точного. Понаблюдаем пока за серией Евгения, я ознакомлюсь с тем, что вы писали. Забавный комментарий от Стаса. Ну, видимо, может, это сестра Кристины, раз она так похожа на вашу девушку.
Кристины однозначно великолепное чувство юмора. Саша пишет, что тормозит картинка, но, видимо, все нормально, иначе ты бы уже суетился давно, да? Дорогие друзья, если тормозит картинка, я по себе знаю, это очень неприятно. У меня часто тормозит картинка, когда, особенно ты не на месте события, а сидишь дома, смотришь бильярд. Но, тем не менее, это ваши проблемы, а не наши. Мы смотрим на монитор нашего главного технического специалиста, у которого выходной сигнал отдается вам, тут все хорошо. Катафи пишет, да, Минск, у нас все в норме. Вышел я только что на улицу, думал проветриться. Ага, в Волгограде плюс 27, жарит просто неимоверно. Женя, Женя. Вот еще люди с форума МКП подтягиваются. Из Нижнего Новгорода пришли к нам маркеры. Очень приятно видеть. Не могу, конечно, устоять. Такими крупными буквами пишете. Из Волгограда привет Игорю Кузьмину. А я вот устоял совершенно спокойно. Кто такой Игорь Кузьмин? От кого привет? Зачем? От Волгограда. Из Волгограда. Ну, из Волгограда, от всего, видимо, Волгограда. Передайте привет Игорю Кузьмину из Волгограда. Трижды передаем. Игорь Кузьмин из Волгограда или привет из Волгограда для Игоря Кузьмина. То есть мало информации. Непонятно, недостаток? Что, да, что и кому передавать. Lack of information. Где находится ваш сервер, Антон спрашивает. Сервер нашего сайта находится в Москве. Сервер видео bambuzer.com. Ну, не знаю, но разработано это все в Швеции, а может находиться где угодно. В Силиконовой долине, допустим. Человек с ником Похотливый Апоссум пишет, Пономаря отлучили от эфира. Да нет, он сам ушел. Была бы моя воля, да и надолго. Отлучил бы. Да, да и надолго, пока не повзрослеет. Ну, в общем, да, Игорь Кузьмин, имя крайне редкое, так что поймет. Нравится мне, когда у нас зрители с чувством юмора. Ай-яй-яй. Не добил и шваркнул. А так? Нет. Не так. Никак. Счет... Накрыл для продолжения, да. Для хорошей серии, да 4 шарика Евгений Талов в обычном своем состоянии должен сыгрывать просто с закрытыми глазами и даже с завязанными руками, наверное. Без перспективняк в плане перехода, но и так есть что сыграть. Кристина, к вам хочется обратиться как к инсайдеру. Разговаривали ли вы с Павлом? Что он вам ответил? Имеем ли мы право надеяться на контровую партию? —
говорил, наверное, уже Паша, что прогнозы по Ламаре не сбылись. Он стоял на 7-2, проиграл нам вот этот Мерседес, который там слева стоит. Да, проиграл этот, а выиграл вот тот. Да, тут два Мерседеса. И тут же Стас подключается. Кому Мерседес? Да, да, да. Миша, напиши, пожалуйста, в чате Стасу. Миша, ты редко пишешь. Надо не раз 15 минут, а раз в минуту. Спасибо, Миша, что ты помогаешь нам. Ошибки за ошибками. Понимают все Евгений Италов, да и Павел Родионов все прекрасно понимают, но не могут с собой справиться. Я не знаю, как еще комментировать, но это нервы, это ошибки. Что еще сказать по этому поводу? Только остается, что пялиться в чат и разговаривать с вами, дорогие. Подошел только что к нам Юрий Черванев, главный судья соревнований, и сказал, что желает всем счастья. Зрители в зале явно болеют за интригу. Хотелось сказать, что три шара возле бортов, и непонятно, как с ними будет распоряжаться Павел Родионов, чтобы завершить эту партию. На самом деле, это Евгению Талову нужна всего... Всего один шар нужен, да. Одна маленькая вот такая возможность, и он ее уже видит. Да, если бы я знал, что я должен был платить Паломарю за эфир, я бы 100 раз подумал, приглашать его или нет. Да, в принципе, Паша не подумал, когда пригласил. Ты не приглашал, он сам пришел. Саше понравилось общение с вами. Что тут скрывать? Хорош. Евгений... Молодец, ну. Ну что, дорогие друзья, сейчас каждая партия как последняя. 6-5, и вот тут я согласен. Может поменять, по ходу дела, регламент? Тут что, зрителей много, времени не так много, всем нравится, а сейчас, возможно, последняя партия будет. Может, все-таки до 11? Давай, Антон, я к Червоневу, а я к Владимиру Павловичу Никифорову. Быстренько я согласен, но спортсмены бы, если бы не знали, что играть до 11, насколько расслабленнее и лучше бы они играли. Это правда. Мы сейчас, грубо говоря, 2 часа времени просто тогда убили зря. Вопрос ко мне. Больше времени ли я уделяю музыке или бильярду? Вы знаете, музыке я уже нисколько не уделяю времени. Я завершил свою музыкальную карьеру. 30 лет остались за плечами. А бильярд — это мое хобби, ни больше, ни меньше. В этот раз не точен, хотя да получалось. Да и не точен, ты посмотрите как. Намного не точен. Ох, Кристина, сжимайте кулаки. Или что там у вас? Все сжимайте. Да, судя по танцу, там еще и хвост можно сжать. На самом деле, Александр Паломарь высказал очень дельную мысль. Второе место Павлу Родионову намного нужнее, чем первое. Давайте сейчас пока не отдавать ему. Не второго места. Паш, если я уже отдал, то ты знаешь, это все. Да, это навсегда, да. Даже если он займет первое, ты будешь настаивать на том, чтобы ему дали серебряную медаль. Ну, я расставлял вообще-то, ты выставлял ступеньки пьедестала почета. Передвину, если что. Не знаю, каким образом. Видимо, меня в детстве укусил Нострадамус, но угадываю. Исход партии угадываю, матчей. Набрал обороты Женя.
Кто поспорит сейчас, что он набрал обороты? Отчаянные оптимисты? Кристина? Может быть. Хорош. Да, похоже, похоже, партийский я. Так, ну последний вопрос отвечаем. Где лучше получается, в музыке или бильярде? Сравнили профессию и хобби. В каком клубе вы играете? В Трикстере в основном. Это город-герой Москва. Иногда... Ну давай, давай, ползи, родное. Извини, да, Паша, что принципе, перебиваю. Я понимаю, да. Ну тут под свояком в любом случае выползет, так что естественно. Можно не сомневаться. Счет у нас 5, да? 5 шаров у Талова. Андрей Дубарев тоже присоединяется к мнению, что это все. Свояк будет на потом. Вот сейчас доползет. Доползет, абсолютно уверен. Сейчас смотрю на лицо Павла. По-моему, он уже все понимает. Аплодисменты уже практически не стихают. И два шара отделяют Евгения Талова от титула чемпиона Европы 2011 года. 10-й юбилейный турнир. Один шар остается в серединку. Давай, Женя. Улыбается. Ну что, браво, дорогие друзья, браво. Кристина, я надеюсь, вы не сильно финальная обижаетесь партия на Евгения Талова. Он великолепно провел. Кто сказал, не надо хоронить Родионова? Я не хоронил Родионова. Этот матч. 7-5. Евгений Талов, чемпион в общем, чемпионата Европы. Поздравляем. Поздравляем Евгения Талова. Вот, внимание, вот как надо радоваться, вопрос, когда выигрываешь чемпионат Европы. Сейчас у нас тут демонтируют камеру каким-то образом. Сейчас мы ненадолго, на мы я думаю, ее. Прервемся. Ну что, дорогие друзья, спасибо большое за то, что вы были с нами все это время. Мы пока еще не уходим из эфира, но так... Да, ну... матч завершен. Давай, Паша, оборвем этот матч и чуть позже продолжим. Спасибо всем, кто был с нами. Я просто передерну трансляцию, обновите страничку буквально через 2 секунды, и мы поделимся с вами нашими впечатлениями.